Catton. В городе получателя ожидайте поступления в пункт выдачи. Блин, бывает такое, да? Такое прибыл, короче, в наш город уже, а забрать нельзя. Еще ждать часа три, пока не примут. Всем привет! Сегодня я вам расскажу про секвенсор. Зачем он вообще нужен и почему я купил себе секвенсор. Очень давно я захотел себе секвенсор. Конечно же, мой выбор пал сразу на самый крутой секвенсор, который доступен сейчас в продаже и практически за всю историю, наверное. Это был один из самых интересных секвенсоров для электронной музыки, для техно именно. Это Circlone Sequentix. Сейчас уже вторая версия продается. До этого была первая версия. Она не имела ни CV-гейтов для модульных синтезаторов. Была только MIDI. Ну, MIDI было много, поэтому можно было подключить все оборудование. Но, в общем-то, духу тому времени оно соответствовало. То есть подключать вот такое оборудование, у которого нет секвенсора, оно подходило. Сейчас Circlone выпустили вторую версию. Уже есть возможность подключить там CV-блок. То есть, ну, чуть подороже будет стоить, но уже, короче, полноценный секвенсор можно купить. Плюс у него еще появился цветной дисплей. Вот. Но это не так важно. Суть в том, что эргономика этого секвенсора довольно удобна. И все музыканты очень известные. Это дело даже не в их известности, а скорее всего в том, что они выбирают именно написание. Потому что есть люди, которые не пишут на аналоговом оборудовании, а пишут на цифровом оборудовании, и точнее на компьютере имеется в виду. Им, конечно, этот секвенсор не нужен. Но если у вас в студии завелось парочка или много синтезаторов, которые необходимо как-то коммутировать между собой, плюс у них у всех разные протоколы, MIDI, и где-то CV, где-то вообще DynSync, вот, то вам необходимо, наверное, будет купить секвенсор. Так вот, вот этот Circlone был у многих, и до сих пор есть у многих музыкантов, которые пишут музыку на различных устройствах. Есть одна маленькая проблема. Этот Circlone стоит очень дорого. Ну, да нет, окей, стоит он нормально. То есть он стоит где-то чуть меньше там 2000 евро сейчас. Ну, потому что такое комплексное решение по секвенции, по мозгу вашей студии примерно так и должно стоить. Либо это будут какие-то ограничения. Вот. Но дело в том, что этот секвенсор нужно ждать несколько лет. Люди встают в очередь и ждут, пока его изготовят под вас, и потом вы можете его выкупить. Я в очередь на Circlone Sequentix не встал, хотя впервые о нем узнал несколько лет назад. Я увидел интересное видео Fact Magazine, там Стефи делал прикольный джем, когда очень просто показала, как работает секвенсор. Ссылку я оставлю. Вот. Как работает секвенсор для того, чтобы вот взять сейчас, прямо сейчас, сделать музыку, недалеко уходя от какого-то, точнее, не погружаясь в какое-то программирование, а вот, короче, музыка на лету. И я думал, блин, как же круто, не надо открывать компьютер, не надо тратить очень много времени для того, чтобы делать какие-то преднастройки. Хотя в Ableton'е там можно сделать шаблон, с которого ты будешь начинать, но все равно, то компьютер сядет, то там стоит неудобно он, то еще что-нибудь. Короче, много нюансов. Я думаю, что, конечно, эти оправдания не имеют смысла, когда ты хочешь написать музыку, но все равно есть какая-то преграда, которая не дает тебе возможность что-то сделать. Или, если по-другому сказать, нужно сделать так, чтобы путь был гораздо легким. И тебе хочется, вот думаешь, вот сейчас куплю секвенсор, короче, и буду. Вот. И буду музыку писать. Я в свое время купил Ableton Push, и думаю, ну, я как бы Ableton хорошо знаю программу, и, наверное, что Ableton Push — это комплексное решение для меня. Мне будет комфортно,
как бы я подключу просто через MIDI весь свой сетап, через какие-то конвертеры я делаю CV, например, и мне тоже будет удобно. Но, как оказалось, вот я купил себе пуш, и я понял, что он все-таки заточен больше на написание музыки именно в самом Ableton, то есть используя внутренние синтезаторы, которые там есть. Там крутые синтезаторы, оператор там один что стоит. Но когда речь зайдет о каких-то внешних синтезаторах, то опять тебе приходится проходить этот путь роутинга, когда ты подключаешь все внутри, маршрутизируешь, делаешь external инструменты или там... Вновь задумался о секвенсоре. Вот. Плюс еще меня подтолкнуло, я начал с маленького, в этом модуляре не хватает какого-то CV, то есть чтобы сделать какую-то мелодию именно осциллятору. Думаю, возьму какой-нибудь маленький, наверное, себе модульный секвенсор. И, в общем-то, клубок начал распутываться, дошел до того, что я хотел собрать себе перформер. Это такой интересный секвенсор, 8-дорожечный. Это Еврорек секвенсор вот такого формата. У него есть возможность MIDI выход сделать, у него есть возможность 8 каналов на модуляре сделать, и плюс MIDI, то есть можно еще какое-то внешнее устройство подключать, например, какие-нибудь синтезаторы по MIDI. Я так заинтересовался, им долго изучал. Мне он очень понравился, может быть, потом и куплю еще его. Но я отвернулся от него. Почему? Потому что там не было полифонического секвенсора. Полифонический секвенсор тоже очень важен, потому что цифровой синт какой-нибудь многоголосый, который будет играть просто как TD-3, например, ну, это не очень интересно. И в свое время я брал Korg Volca кейс и делал мод на нем, то есть паял там выходы для того, чтобы вот этот полифонический секвенсор, который был в нем, я мог использовать для внешних синтезаторов. Вот. И у меня получилось, и мне понравилось. Короче, полифонический секвенсор — это круто. Получается так, что думаю, нет, перформер не подходит мне, наверное, потому что в нем нет полифонии, плюс я всегда буду привязан как-то к Еврореку, и он, скорее всего, никак универсальный секвенсор не будет служить, хотя он не тормознутый, в отличие от других, но... Да клёвый секвенсор, на самом деле. Я поизучал его, посмотрел видео, и есть у него свои преимущества того, что, например, в Еврореке вот есть секвенсор Рене, он тоже классный, но он такой больше для, ну, для студии. Тот же можно запрограммировать на какие-то мелодии и использовать всегда эти мелодии для того, чтобы, короче, песню можно там написать и потом просто воспроизводить эти MIDI-дорожки в любом месте с любыми синтезаторами. Это интересно. Дальше я начал изучать простые секвенсоры, такие как Arturia BeatStep Pro и K-Step Pro. Это тоже сейчас доступные инструменты, но они... У меня был первый BeatStep, но он был немножко глючный, там что-то USB, короче, подключаешь, надо было какие-то настройки делать, то есть он такой... Он с софтом хорошо как-то дружил, там надо было что-то настраивать его. В итоге я продал его, когда увидел, что выходит BeatStep Pro, но BeatStep Pro себе так и не купил, потому что там тоже опять прошивка-прошивка, кто-то говорил, что он глючит. Там какая суть? Если ты его в качестве основного секвенсора, когда он раздает все, вроде он нормально работает, но если через него, например, из Ableton напустить сигнал в него по USB, то там начинаются какие-то вот проблемы. Это опять-таки исходя из опыта других пользователей, я сделал вывод. Плюс K-Step Pro сейчас стоит, ну, прилично, почти 40 тысяч там стоит, если... Это новая версия, K-Step это с клавишами, там тоже есть BeatStep, есть K-Step. K-Step чуть поинтереснее в плане того, что есть там и клавиши, вот. И он полифонически, кстати, имеет полифоническую секвенцию, а BeatStep Pro не имеет полифоническую секвенцию. Изучая все эти BeatStep, я наткнулся на Korg SQ64. Это такой новый секвенсор, который вот-вот вышел. Он стоит чуть подешевле, там в районе 20-30 тысяч рублей, чем BeatStep. И я думаю, блин, у Korg же крутой секвенсор. И вот, опять-таки, возвращаясь к Volca кейс, который у меня был, плюс есть Korg SQ1, такой секвенсор, очень дешевый, и он вроде как работает надежно, люди используют его для таких простых секвенций, не полифонических. И думаю, ну, наверное, Korg точно крутой сделали секвенсор. Пошел читать, уже думаю, все, сейчас куплю его. Он что включает в себя? Это практически как BeatStep Pro, у него есть CV-гейты, выходов много, то есть он может драм, плюс у него 64, вот прямо вот на лице вот эти вот кнопки, то есть прям в доступе каждая мелодия будет тебе удобно. Начал читать, короче, форум мод Wiggler, я всегда его читаю, потому что там всегда есть, истину можно найти там всегда, потому что люди комментируют, и ветка доходит до того, что там начинают сравнивать все и вся, и ты в итоге делаешь вывод, что тебе действительно надо купить. Этот секвенсор оказался на данный момент, он глючный. Пишут, что у него там, короче, что-то не работает. Я думаю, ну как так? Вот
практически нашел идеальный вариант, не заезженный секвенсор, который не битстеп и вроде как должен работать, должен хорошо, потому что это корг. В итоге у него какая-то глючная прошивка. Я думаю, что в ближайшем времени, конечно, исправят они это. Дешевые секвенсоры вот эти, ну как дешевые, вот эти вот современные секвенсоры, которые... ну да, действительно, они на самом деле одни из самых дешевых секвенсоров. Они, получается так, что они что-то ненадежные. Ну, в сторону Сирклона, что ли, думать. Но это опять, ну, 2-3 года плюс. Ну, хорошо, иногда люди год ждут, но это долго. В итоге я не, ну, понимаю, что мне секвенсор хочется здесь и сейчас, потому что я, мои мысли сейчас направлены на то, чтобы вот надо вот что-то сохранять. И... не могу. Надо перформер, короче, мутить. Но перформер тоже нельзя купить, его надо делать на заказ, потому что, ну, короче, пару недель, даже не пару, даже, может быть, мне сказали, что 6 недель примерно будут его делать, собирать этот секвенсор. Да, его нельзя просто купить. Его создатель дает возможность делать этот секвенсор тем, кто умеет просто паять. И тогда я пишу своему приятелю, который разбирается в музыкальном оборудовании, он говорит, что есть еще MIDI-бокс, это такой секвенсор тоже, его тоже надо паять, но он очень похож на Zirklon тем, что он тоже рековый, но стоит в два раза дешевле. И какие-то плюсы у него тоже есть. Я начал читать ветку по сравнению Zirklon и MIDI-бокс, у них есть там у каждого свои особенности, очень, короче, интересная штука. И также он мне говорит, типа, вот есть у Пионера секвенсор Tarise Squid, а я слышал, что Tarise, ну, это такой, типа, сэмплер, что-то типа Octatrack или MPC, между ними какая-то такая история. Но звучит он, ну, цифровой, и как бы я вообще, в принципе, пионер, хотя пионер является лидером среди диджейского оборудования, сидюки, пульты, мы все выросли на этом оборудовании, то есть от сотых пионеров, там, заканчивая тысячными, и вот сейчас уже с флешками. И они вот выпустили линейку оборудования, которая прошла... Мне кажется, она прошла мимо среди вот любителей синтезаторов, а те, кто покупает новое оборудование, такое современное, они как-то тоже его не покупают, потому что оно довольно дорогое. Ну, есть конкурентные вещи, там, типа у Электрона или тот же Akai, как-то больше предпочитают люди брать. И вот есть, типа, говорит, второй Squid такой, типа, секвенсор. И я прочитал это и как-то, ну, фоново. Потом смотрю ленту в Инстаграме, и мне показывается... видос, где чувак там итало-диско какой-то делает, и у него вот этот вот сквит лежит. Я такой, блин, еще раз такой отмотал, посмотрел на эту штуку. Думаю, это что, секвенсор? То есть я реально о нем не знал. Это настолько непопулярная штука, наверное. Но не знаю, может быть, когда во внимание не берешь, тебе кажется, что это непопулярно. Может быть, она и популярна была. Но в итоге, как проверить популярность? Можно пойти в Инстаграм, забить хэштег твоего сетапа, ну, твоего синтезатора, если там больше 1000 записей, то, ну, наверное, средняя популярность. Если больше 100 тысяч, значит, это супер популярно. Если это 100 там, или 200 публикаций, значит, это вообще не популярно. Люди все пишут то, что этот секвенсор дает возможность создавать музыку на лету. То есть он настолько удобен, что я начал читать глубже, где же подводные камни, почему, почему не покупают его. Нашел чувака в Инстаграме, у которого там бельгиец один, он... у него есть и Zirklon, у него есть и Squid, вот этот, у него есть пирамид. Кстати, пирамид еще тоже, если не забуду, расскажу, про пирамид тоже думал. Вот, у него есть, была пирамида, у него был и битстеп вроде как, и пуш тоже у него был, в итоге выяснилось. Я с ним начал переписываться, спросил, типа, чувак, чё как, расскажи, вот интересуюсь. Он мне сказал, что если ты хочешь себе максимального перформанса вот прямо на лету, то Squid тебе, типа, поможет в этом. То есть секвенсор, секвентикс, который, он в плане стабильности и создания музыки комплексно, он подходит больше. Мне как раз-таки и нужен был перформанс, то есть мне хочется... вдохновиться, прийти и прям сразу вот что-то на лету создать, потом уже записать там это в Ableton. Начал изучать я этот Squid, понимаю, что чуваки ждут прошивку с 19 года, и он тоже не лишен недостатков. Но какие недостатки? Там неудобно играть на нем лайв, там надо между треками переключаться... Ну, сложно переключаться между треками, и нет возможности вроде цепочки назначать. То есть получается, что... креатив можно сделать, но продолжить его и как-то полностью там все написать трек, как, например, в старых Yamaha-х, секвенсорах, если кто знает, то где можно было написать куплет, припев, брейкдаун, там, все что угодно, и потом просто нажать play и слушать. Вот, в общем-то, нету возможности такой у него. Мне, на самом деле, предстоит впереди все это еще изучить, потому что я его купил, вот.
Мне понравилось то, что он не популярен. Мне понравилось то, что у него есть возможность выходов CV-гейты 2. Есть у него MIDI 2 выхода. Есть у него DynSync даже для синхронизации со старыми аналоговыми синтезаторами. Короче, он полностью может стать... Он называется Squid от Кальмара. Что-то типа, наверное, мозг и... Короче, у них такое позиционирование. Это логотип в стиле Кальмара, от которого идут какие-то эти... буквы, как провода. Философия понравилась. Пионер, спорный бренд, не знаю. Может быть, это импульсная покупка. Буду пробовать, изучать. Но он, мне кажется, что сделает, выполнит ту функцию, которую я хотел именно от секвенсора. Что я могу сказать еще? А, пирамид. Пирамида. Это, короче, один из первых секвенсоров, который также вышел, и он был довольно доступен после вот цирклона. Но это моя последовательность изучения оборудования. Не буду утверждать. Но я о нем узнал точно раньше, потому что в Squid я вообще не знал. Вот. И пирамида, она имеет возможность сделать комплексный тоже трек, но у него очень сложный workflow. Там нельзя вот прям сходу что-то набить, наколотить. Есть еще Hermont. Это тоже от... такой же, как пирамид. Только Еврорек-версия. Там еще больше. Там надо обязательно включать в него по MIDI клавиатуру, чтобы как-то иметь возможность играть. Потому что программировать классно, но для тех, кто любит, вот запрограммировал, нажал play и слушает. Есть человек творческий, да, и у него есть потребность. Один может делать это... У него слетает с рук, а у другого все в голове сидит. И он придумывает мелодии, находясь где-то, потом их просто реализует, там записывает. Это все от склада ума. Это все интересно, но суть в том, что мне хотелось вот именно секвенсор, где я буду барабанить руками, и у меня будет что-то получаться, какой-то набросок. Вот. И пирамида сразу отпала, потому что пирамида и Hermont в том числе. Вот. Хотя, конечно, купить Hermont себе, это довольно заманчивая была затея, потому что он маленького формата, он Еврорек. Хочется сказать, что Cirklon, Sequentix, люди на самом деле... Многие говорят, ой, он там типа самый крутой. Ну, и также многие пишут, что в нем практически... Ну, он удобный, да, но нету такого вот прям же обязательного желания его покупать, потому что можно, в принципе, все делать и на других устройствах. То есть это не прям путь к вашему успеху, это 100%. Когда ты покупаешь себе Cirklon, ты покупаешь его там за 2000 долларов, там, евро, да, то... например, на реверби пойти посмотреть сейчас, его продают БУ гораздо дороже. То есть это такая инвестиция, если вы заинтересуетесь, можете посмотреть. Но суть в том, что его невозможно купить дешевле. И с рук он продается редко, а если продается, то стоит дороже. Это, наверное, единственная вещь, которая сейчас, в данный момент, производится и стоит дороже, чем БУ старый, стоит дороже, чем новая. Ну, вот такой вот у него спрос. Наверное, потому что на нем пишут музыку Apex Twin или такие интересные музыканты, которые... добились чего-то серьезного в мире электронной музыки. Вот. Поэтому, может быть, из-за этого есть ажиотаж на эту штуку. Посмотрим, интересно, как зайдет он мне или нет. Вот пока он выглядит очень многообещающе, у него есть очень интересные фишки, потому что, ну, Pioneer — это вообще диджейская компания, которая заточена на перформансы. У них есть понимание того, как человек, который выступает, что ему удобно, сподручно. Я думаю, что это важно. Я доверился им, потому что мой путь в электронную музыку начался с диджейства. И я понимаю, что диджейское оборудование, даже вот тот же TR-8S, который у меня есть, я его, ну, за что люблю? За то, что он, у него каждая ручка вынесена на панель, ты можешь сходу ей управлять. Это удобно, в отличие от... устройства, где есть много функций, но они все зашиты, их нужно туда расковыривать, чтобы это все делать. А, еще, кстати, момент. Блин, забыл рассказать. Это очень интересно, потому что я еще рассматривал Electron Digitact. Настолько популярное устройство, которое сейчас везде есть, что у меня даже у приятеля есть Digitact. Я попросил его приехать. Он, в общем, притащил Digitact этот, и я посмотрел на него. Прикольная штука. И мы подключили к моему оборудованию, и у него есть тоже возможность быть секвенсором. Но какие у него есть минусы? Один большой минус – это нету CV-гейтов. У него есть только MIDI. Можно было бы по MIDI все подключить. Плюс он еще подороже стоит, чем этот. И также я понимаю, что Digitact – это, наверное, очень крутая штука. И в ближайшем будущем, вот если мне пуш не нужен будет, наверное, я пуш поменяю себе на Digitact, чтобы просто попробовать Electron.
потому что все хвалят и советуют мне: купи уже электрон, давай попробуй, там все круто. Не знаю почему, но, возможно, мне не нравится тот подход написания музыки, когда ты берешь сэмпл и его как-то растягиваешь. Да, ты как-то растягиваешь его программно, но вот я верю в то, что исходно записанный аудиофайл не должен подвергаться каким-то искажениям. Потому что не то чтобы лоу-фай, потому что там технологии, наверное, хорошие сейчас по обработке этого звука. Но все равно, короче, не нравится мне именно подход создания музыки, когда ты сэмплируешь все. Не в плане, как хип-хоп сэмплируешь чью-то песню и там используешь ее для своих нужд, а в плане того, что ты понижаешь тон, когда ты начинаешь гранулировать этот звук. Это все по методам цифры осуществляется, и ну, мне не нравится, как это звучит. То есть я думаю, что Digitact может стать центром лайв-перформанса, потому что его вроде за это хвалят. Даже тот чел, кстати, о котором я писал, у него есть секвенсор, и он для лайва использует как раз-таки Digitact. То есть у него есть Squid, у него есть Sequentix, а Digitact использует для лайва. Поэтому как-то все Digitact, короче, подпирает. Еще вот-вот, и, наверное, появится у меня он для того, чтобы просто понять и либо опровергнуть то, что я складываю какое впечатление об этих устройствах, либо, наоборот, полностью меня развернуть в другую сторону и, может быть, стать одним из тех, кто будет боготворить компанию Electron за их именно возможность создавать музыку таким образом, как они сейчас себя позиционируют. То есть просто, доступно, все в одном. Поживем, увидим, посмотрим. На самом деле сейчас мне нечего сказать про Squid, потому что я еще не понимаю его. Я достал мануал. Вот, у него есть, кстати, русский мануал, это что очень интересно, потому что, ну, Pioneer, я так понимаю, большая компания. Хотя, блин, черт побери, чего же они прошивки не выпустят с 2019 года, да? Наверное, потому что им это неинтересно. Настолько они вот своими сидюками увлечены. Буду читать мануал, изучу его, и потом уже, если будет интересно, я сниму видео, впечатление об этом устройстве, как, ну, получится с ним сделать какую-то музыку. Но пока планирую использовать его для своего вот оборудования, которое не имеет секвенсоров, а только является как бы голосовыми модулями. Ну и все, наверное, на этом. Больше мне нечего сказать. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Есть ли у вас какие-то секвенсоры? Хватает ли вам этих секвенсоров для того, чтобы создавать музыку? Или вы пользуетесь Эблтоном? Давно хотел, осуществил свою небольшую мечту, и посмотрим, получится ли сделать его центром своего устройства, либо я просто его продам как свой битстеп. Вот.